Максимальная цель, конечно, в чемпионате – это быть время в топ-6. И, конечно же, нужно набирать очки для того, чтобы еще и выиграть чемпионат. Попасть в пятерку, в топ-6. СПА Франко-Чамп. Кими Райкинен. Он чем-то похож на меня, я бы так сказал. Или я похож на него, без разницы. Также невозмутим. Ну, если реально смотреть на ситуацию, то Мерседес лидирует в этом году опять. Несмотря на нескольких гонках, то я думаю, уже Льюис Хэмилтон опять выиграет чемпионат. Человек дождя. О том, что я приеду первым. Гонщики могут быть друзьями, но не на трассе. Либо это будет Бахрейн, либо это будет СПА Франко-Чамп. Опять же. Дамс. Конечно же, с Айртоном Сенной. Но это было в прошлом году, когда я стартовал с питлейна и приехал седьмым на гонке СПА Франко-Чамп. Я ничего не чувствую, ни страха, ни боли, ничего. Ну смотря какая авария, наверное. Я над этим вопросом, конечно, никогда не думал. Я бы поставил резину на шестом и убрал бы крылья. Лаймовый. Фитнес. И очень много времени проводим на симуляторе перед гонкой. Да, обращаю внимание на классическую одежду и также как на спортивную одежду. Я одеваюсь по-разному себя. Мне очень нравится Испания. Не знаю, душевно, мне кажется. Я желаю здоровья, чтобы люди добивались того, чего они хотят, и чтобы почаще приезжали к нам на гонки. Приезжайте к нам на гонки, болейте за нас, и мы будем делать все для того, чтобы победить.